И как мы его назовем? Пусть будет Джим. Мидландия очень маленькая страна, но в ней те же проблемы, что и в других. От Эммы надо избавиться. Ни за что! Мы уезжаем. Я с вами! Это может быть опасно. Да ничего. Я за тобой присмотрю. Держись крепко! Наверное, это Мандала. Мы машинисты из другой страны. Хотим поговорить с вашим королем. Идите за мной. Как думаешь, Джим, нам идти? Конечно, он так любезно просит. Принцесса Лиси, меня похитили 13 лютых. Кто-то же должен ее спасти. Джим, держись! Лукас, беги! Я вам ничего не сделаю! Меня зовут Тур-Тур. Я только кажусь великаном. Настоящий дракон должен быть очень страшным. Примерно таким. Хватит. Ты страшный. Правда? Ты кто такой? Джим Пуговка. Я пришел, чтобы спасти принцессу Лиси.